никому не сказал, он взял с собой другую заначку. Чё они там творят? Творят что-то. Видишь, уже все, солнце зашло. Это они только переехали, что ли? Да они там дурачатся. Нет, нет, вон там вот. А те-то да. Один почему-то. Нет, двоих там. А где второй? Да друг за другом, они просто к нам так повернуты. У меня зуб большой, я их вижу. Параллельно? Да. Но к нам они перпендикулярны. Здесь, конечно, рыбацкий рай, вот это местечко. Если нам удастся вырваться на озеро все-таки, которое я видео прислал тебе. А там вообще шикарно. Видео прислал? Ну, когда ты скидывал про озеро. Что-то я торможу или не соображу. Ай, меня кусают. Сбивает мне фокус. Блин, вообще, смотри, как прям колбасит рыбу там. В этом месте, да, клюет? Чё, прохладненько, да, без солнышка-то? Солнышко, да. Уже не то удовольствие. Какая-то туча набежала. Туча. И завтра, похоже, будет опять. Не очень хороший подвиг. А что там, видишь, какой-то фронт такой есть, чёрный. А там что-то. Не, мне кажется, завтра будет чуть получше, чем сегодня. Ну, вообще, да. Ух ты, там смотри, как булькнул. Это вообще прикольно. Какая тишина, да, установилась. Было до этого шумно, то ли ветер, то ли моторки. Моторки. Сейчас как-то, да, вообще все замерло. Здесь шуметь-то нечем, кроме моторок. Не, ну ветер, какое-то движение ветра, листья, трава. Что это, фигурное катание у них?